Министерство информации завершило прием заявок на национальный конкурс печатных СМИ «Золотая литера». В этом году организаторы отмечают небывалую активность участников и высокий уровень присланных работ. Так, заявки поступили от 150 редакций и авторов. Всего в конкурсе 24 номинации. Среди них обновленная «Дебют». В ней отметят ярких начинающих авторов и новые издания. Гран-при в этом году, посвященное 70-летию Победы, разделят на две номинации. Лучшие работы республиканских информагентств и газет, а также городских и многотиражных. Так само уведена такая крышку новая номинация. Это номинация у шерагу персональных номинаций. Лепшая авторская колонка блог друхованных сродков массовой информации, информагентствов. Саправды, сегодня друкованные сродки массовой информации и так само интернет вызначая то, что есть вельми цікавая авторская журналистика. Именовито за ее шмат у чем будущее. Итоги «Золотая литера» подведет в мае в рамках ежегодной международной выставки СМИ в Беларуси. К своему профессиональному празднику лучших журналистов печатных СМИ и работников сферы печати отметят высокими наградами, дипломами и памятными знаками.